меня в рубрике «Очень прагматичный мальчик». Витя знает, где делают деньги, что такое финансовый кризис и даже как его преодолеть. Финансовый кризис – это когда очень мало денег. И наоборот, все стремятся на работу. Так когда очень мало денег, на заводах деньги воруют. И получилось недостача. Поэтому зарплаты плачут меньше, а цены подорожали. Покупателей было больше. Но я лично думаю, чтобы покупателей было больше, надо снизить цену максимум. Потому что если они будут дороже, а зарплаты меньше, то в конце концов людей не будет хватать. На даже еду, ту, которая нужна. Поэтому если надо как-то стараться прекратить эти кражи, чтобы как можно больше денег выработалось и доехало до банка. Тогда, возможно, кризис кончится. Я считаю, что надо просто поставить охрану вокруг денежного завода, вокруг. Витя прагматичный не только в денежных вопросах, но и в любви. Про это он знает такие вещи, о которых даже не все взрослые догадываются. Но любовь происходит. Но я знаю, что это реакция организма. Любовь? Да, реакция. Это не реакция мозга, это именно организма реакция. И вот, когда очень хочется познакомиться, иногда это очень получается. И поэтому любовь после нее, после дикой, ну вы понимаете, образуется выставка гормона из мужского пола. И вот этот самый гормон попадает в тело женского пола и образует клетку.